27 апреля глава сепаратистов Арай Карутюнян провел встречу с сотрудниками в кавычках Следственного комитета и прокуратуры нелегитимного образования на территориях Азербайджана, временно подконтрольных миротворцам России. Говоря о внутренних и внешних вызовах, Арай Карутюнян подчеркнул, что несмотря на всевозможные спекуляции, реализация и защита права в кавычках народа Арцаха на мирную и достойную жизнь остается приоритетом для властей. Еще раз подтверждаю, что мы выбрали повестку дня мира. Однако, как я отметил в своем выступлении в конце прошлого года, полное признание права арцахских армян на самоопределение не подлежит никакой оговорке и уступке, и исключительным адресатом этого вопроса являются армяне Карабаха, сказал Арутюнян. Отметим, что это заявление Арутюняна сразу дезавуирует его уверение о том, что сепаратисты якобы выбрали повестку дня мира. Если бы это было так, сепаратисты отказались бы от своих абсурдных и агрессивных идей о самоопределении и государственности нелегитимного образования. Если бы Арутюнян и компания не нагло лгали, то давно призвали бы проживающих в Карабахе армян интегрироваться в азербайджанское общество, признать азербайджанскую власть. Азербайджан и наш президент уже неоднократно предупреждали сепаратистов о последствиях их неразумного поведения, предостерегая от попыток реваншизма, которые будут пресечены в любом случае. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.